Задумались о ремонте? А у нас распродажа. Более 1000 видов обоев. Огромный выбор ламината, линолеума. Магазин «Полстены». Знаем толк в ремонте. В магазинах «Курган Обувь» акция «Дарим туфли». Купи до 30 сентября туфли, получи вторые за полцены или третьи даром. Здравствуйте! С прогнозом погоды вас знакомит Карманова Жанна. С 26 сентября по 16 октября в магазине «Полстены» при покупке обоев клей в подарок. Подробности продавцов-консультантов. Выбор обуви – дело серьезное. Правильно подобранная обувь должна приносить радость. Порадуйте себя новыми туфельками летней и осенней коллекции. Потому что «Курган Обувь» дарит туфли. При покупке двух пар туфель вы получаете скидку на вторую пару 50%. А если выбрали три пары туфель, то оплатив первые две, третью получаете в подарок. Грамотные продавцы-консультанты помогут вам сделать правильный выбор. Подробности акции у продавцов-консультантов. А теперь о прогнозе синоптиков. В субботу синоптическая ситуация в Зауралье обусловится влиянием гребня сибирского антициклона, благодаря чему жителей региона ждет малооблачная и сухая погода с существенными суточными колебаниями температуры. В Екатеринбурге плюс 9-11, небольшой дождь. В Тюмени плюс 8-10, Челябинске 12-14, без осадков. В Кургане небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 1,6 метра в секунду. Температура воздуха около 0. Днем в Кургане переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 1,6 метра в секунду. Температура воздуха плюс 10-12. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 758 миллиметров ртутного столба. 1 октября солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. Возможны слабые магнитные бури. На этом я прощаюсь с вами. Всего доброго!